гарантируют вам жизнь. Вы будете обеспечены питанием и одеждой. Вам будет оказана медицинская помощь. Вы наконец-то избавитесь от грязи и вшей. Вы забудете, что такое сырость и мороз. Мы ценим вашу храбрость и самоотверженность. Но подумайте, за кого вы воюете? Ради кого жертвуете своими жизнями? Вам говорят, что вы защищаете Родину. Но от кого? Никто не посягает на вашу Родину. Великий Рейх не собирается отнимать у вас Родину. Наоборот, мы хотим вернуть Россию русским, изгнав и уничтожив банду жидов-большевиков, которые оккупировали вашу страну и превратили вас в рабов. Они заставляют вас умирать, защищая их власть над вами. Куда? Куда? Стой! Куда? Ну, стоять! Куда? Кажется, перебежчик, господин лейтенант. Пулеметные расчеты к бою. Есть. Огонь! Все! Все! Прекратить огонь! И так патронов нету ни черта. И благополучие тех, кто для нее и есть истинные чада. Вас унижают, вас запугивают, вас попросту уничтожают, вас заставляют отказываться от самого необходимого для внимания. Как тебя зовут? Какое у тебя воинское звание? Рядовой штрафного батальона Игорь Миклашевский. Бывший младший сержант Красной Армии. А тебе есть документы? Штрафникам не выдают. Вот только... Я уже очень давно искал случая. Я на четверть немец. У меня есть родственники в Германии. Родственники? И кто они? Das ist die Stimme von Это голос Tamarin. Всеволода Блюменталь Тамарин. Он возглавляет отдел пропаганды «Русский комитет». Ты родственник Блюменталь Тамарина? Я его племянник. Ваш немецкий неплох. Откуда это? Я учился в школе с углубленным изучением немецкого языка. И, кроме того, постоянно практиковал с дядей Севой. Ваш дядя, господин Блюменталь Тамарин, пользуется большим доверием и покровительством самого фюрера. Вы об этом знаете? Да. Мне рассказали об этом. В таком случае, вас не должно удивлять то повышенное внимание, которое службы безопасности уделяют вам и вашему неожиданному появлению у нас. Я все прекрасно понимаю и нисколько не удивлен. Так. Нам известно, что вы росли и воспитывались в привилегированной среде московской элиты и даже учились в школе номер 86 Краснопресненского района вместе с детьми членов ЦК и правительства. Это так? А мой дядя, Всеволод Блюменталь Тамарин, имел звание заслуженный артист СССР, и большевики его высоко ценили. Вам об этом известно? Разумеется. Мы знаем об этом. Товарищи, мы рады вам сообщить,
что юношеское первенство по боксу Краснопресненского района Москвы почтил своим присутствием сам заслуженный артист республики Всеволод Александрович Блюменталь-Тамарин! Спасибо! Бокс! Давай, Игорь! Лёша, давай! Активнее, Игорь! Вперёд! Работаем, работаем! Держись, держись! Есть! Вот правильно! Ну что ты, ну посмотри! Ну здорово же! Судьи, это называется спорт? Какой, зачем я согласилась на это смотреть? Ну что вы! Чем не театр? Смотри, какая буря эмоций! Сам тебе навязывает ближний бой. Отлично! Замани его и выдай свою коронку. Апперкот. Только внимательно. Ну, будь молодцом. Бокс! Покажи ему! Лёша, давай! Двигайся! Спокойно, правый, давай. Я не понимаю, чем ты так восторгаешься. Избивать людей до потери сознания. Разве этому можно посвятить всю свою жизнь? О, в нашей стране гораздо почетнее быть гладиатором, нежели художником или артистом. Дядя Сева никогда не скрывал от меня свое отношение к большевикам. В той среде, в которой я вырос, это было в порядке вещей. На публике говорить одно, а дома шепотом другое. Но вы не разделяли антисоветских убеждений дяди. А дядя никогда и не пытался сделать из меня антисоветчика. Он учил меня правильно жить при этой власти и не совершать никаких глупостей. Так держать, Игорек! Молодец! Занимайся спортом и не обращай внимания на нас с Августой Леонидовной. На. И умоляю тебя, держись подальше от всех этих... детей творческой интеллигенции. Сева. Инна. Особенно от родственников Мейерхольда. Поговаривают, что нынешняя власть уже имеет на него большой зуб. А ты, я знаю, водишься с его приемным сыном. Сынок, твой дядя сам не понимает, что говорит. Почему же? Как раз понимаю. Посмотри на свою мать. До чего довела ее связь с Есениным. Сева. Инна. Угу. Была знаменитой московской актрисой, работала с самим Таировым. А сейчас... хорошо, что в Рязани дают выступать. Сева, Сергей был великим поэтом, я прошу тебя... Августа, талантливых людей искусство нынешняя власть недолюбливает и побаивается. А в спорте можно проявлять свой талант безо всякого риска. Главное, меньше думать. И еще меньше болтать языком. Я смотрю, его постоянно боковой слева. Ну и правильно. Нырнул под руку. И крюк справа. Сева. А, да-да. Успехов. Спасибо. Хайль Гитлера! Хайль Гитлера!
Продолжайте. Вустензи. Вы знали о планах дяди перейти на немецкую сторону? Их Вустендафон. Не знал об этом. И как вы сами отнеслись к его поступку, когда узнали? Сначала был потрясен. А потом понял, что он сделал это, следуя своим убеждениям. В наших разговорах дядя часто говорил, что с Германией связывает свои надежды на возрождение России. И вас, комсомольца, не возмущали эти разговоры? Я часто спорил с дядей. Но, как бы мы ни спорили, я всегда прислушивался к тому, что он говорил. В Эрмитаже был? Принимай быстрее. А, нет. Ну давай, Серега. Да какой там? Наша часть не в самом Ленинграде стоит. За городом. Ближе к финской границе. Сертолово. А в городе только на чемпионате был. Я слышал, ты стал чемпионом Ленинградского военного округа. Ваша школа. Ладно уж тебе, моя. Я-то что? Угу. Сколько вы меня на апперкоты натаскивали? Ну, было дело. Так, ладно. Ну, давай. Так. Что вы? Ну, давай, давай, Игорюха. За чемпиона. Вот где наш герой. Приехал на первую побывку и сразу в спортзал. Здравствуйте, Сел Саныч. Здравствуйте. Сидите, сидите, празднуйте, отмечайте чемпионство. Это правильно. Верный выбор ты сделал, Игорек. В боксе ты можешь многого добиться. Лишь бы войны с немцами не было. А вы, Всеволод Александрович, думаете, война будет? Будет. К сожалению, будет, я в этом уверен. Эти сволочи обязательно нападут. Но наша доблестная Красная Армия утрет им носы. Фашисты будут сурово наказаны. За нашу доблестную Красную Армию, за нашу родную партию, за товарища Сталина, который приведет нас к победе над любым врагом. Ну вот. Молодцы. После его бегства у вас начались большие неприятности. Вы были разжалованы и оказались в штрафном батальоне. Вы потеряли доверие, уважение, друзей, свободу. И все это из-за дяди. Нет, не из-за дяди. Понимаете, они сами заставили меня перешагнуть ту грань, за которой свои превратились в чужих. А потом наступил момент, когда я почувствовал ненависть. Вы свободны. Товарищ комиссар госбезопасности, младший сержант Миклашевский по вашему приказанию прибыл. Достойную и сытую жизнь. Вы храбрые солдаты, но вы воюете
что лишил вас истинной родины, которая должна быть матерью, любящей своих чад, а не матерью, заставляющей их работать, ну что, сержант, не покладая рук ради сына. Узнаешь голос? И благополучия тех, кто для нее... Не слышу ответа. Истинные чада. Узнаю, вас, товарищ комиссар госбезопасности. Но и чей же это голос? Вас попросту... Я спрашиваю, чей это голос? Отвечай, когда тебя спрашивают. В том, что бывший белогвардеец, чудом не расстрелянный большевиками, втайне их ненавидел и при первой возможности переметнулся на сторону врага, тут для меня ничего удивительного нет. Но в том, что комсомолец, рожденный уже при советах, выросший в среде столичной богемы, так хорошо прикормленной большевиками, вдруг в одночасье возненавидел своих благодетелей и переметнулся на сторону врага. Тут для меня удивительно все. Я же не скрываю, что меня вынудили на это обстоятельство. Обстоятельства? Да. Какие обстоятельства? Тебя напугали, обидели, тебя немножко унизили, и этого было достаточно, чтобы ты предал родину? Не запретили иметь родину. Меня зачислили в изменники еще до того, как я перешел линию фронта. Und deine Mutter, твоя мама, она же известная, wie heißt es auf Russisch, артистка, она у всех на виду. Измену сына ей не простят, она обязательно, обязательно будет подвергнута наказанию. Почему тебя это не остановило? Ты о ней забыл? Ты что, совсем не любишь свою мать? Aufstehen! Отвечать! Я люблю свою маму и очень беспокоюсь за нее. Но я уверен, что она меня поймет. Я повторяю вопрос. С кем твой дядя разговаривал на подобные темы? Кто приходил к нему, чтобы пошептаться обо всем этом? Я никаких разговоров не слышал. И дядя при мне никогда не высказывался против советской власти. Врешь. Все вы там контры. Живете за счет народа. Жрете, пьете, развратничаете. И при этом ненавидите советскую власть. Кто еще знал о планах дяди? Кто был с ним в сговоре? Твоя мать знала? При чем тут моя мать? Ее оставьте в покое. Это почему же? Ее-то как раз и стоит побеспокоить. В молодости. Что не любовничек, все контрик. И этот деревенский краснобай. Что вы ска... Что ты сказал? Я тебе сказал, что твоя мать такая же шлюха, как и все они. И то, что она была подстилкой для многих контриков. Особенно для этого. Врача, быстро! Насколько я знаю, в Советах за это расстреливают. Так и есть. Меня в тот же день увезли. Посадили под арест. Потом объявили, что я разжалован, и приговорили к расстрелу. Но потом уже отправили штрафбат. Но за 3 месяца штрафбата ты не только не убит, ты даже... Не ранен? Сам удивляюсь. А я нет. Потому что я знаю, что в советских разведшколах срок обучения составляет ровно 3 месяца. Я этого не знаю. Я никогда не учился в разведшколах. Ну, это мы скоро выясним. Ну, ладно.
мне любопытно. А что ты хотел делать в Германии? Я слышал, ты серьезно занимался боксом? Да, я чемпион Москвы Ленинградского военного округа в полусреднем весе по боксу. А хочешь продолжить карьеру боксера? Да. Ну, я тебе это устрою. Неплохо. Очень неплохо. Ты мне почти нравишься. И понравишься. Еще больше. Когда расскажешь, зачем тебя к нам подослали? Ганс, помоги. Говори, как и когда ты был завербован советской разведкой? С какой целью ты перешел в линию фронта? Какое у тебя было задание? Отвечай! Эта красная свинья не хочет говорить. Отведи его к штандартам фюреру. Есть? Я обязательно их накажу. Делать из тебя калеку или урода в наши планы не входило. Когда ты во всем признаешься и будешь работать на нас, ты должен быть красивым и здоровым. Но одна мысль. Почему тебя не расстреляли? Ты избил офицера НКВД. Тебя за это должны были сразу поставить к стенке. Почему они этого не сделали? Я не знаю. Похоже, тебе у нас понравилось. Говори, какие задания ты получал от советской разведки? Скажешь, страдания твои быстро закончатся. Шлякфест. Говори, когда и с кем ты должен выйти на контакт? Что? Просто ответь, зачем ты перешел линию фронта? Какое твое задание? Кто тебя ведет? Все! Больше от тебя пока ничего не требуется. Мне ничего сказать. Ну что, пора заканчивать этот раунд. У тебя есть выбор. Либо ты во всем признаешься, либо ничего хорошего тебя не ждет. Я слушаю. Мне не о чем признаваться. Я не завербован советской разведкой. Никакого задания я не получал. Я пересек линию фронта с единственной целью – встретиться с дядей Севой. Я очень рассчитывал на его помощь. Почему вы мне не организуете встречу с ним? Дядя Сева не желает с тобой встречаться. Он заявил, что он тебе не верит и нам не советует
Он сказал, что ты всегда был идейным комсомольцем и наверняка завербован. Это все. Слева! Быстрее! Быстрее, я сказал. Закрыть ворота. Это последнее. В кровать. Быстро, быстро. Время спать. Интересует. Меня-то? Ага. Да очень просто. Тут есть такие, которые не по своей воле. Ну, раненые там, или контуженные, или из окружения выбраться не смогли. Как и я. К своим пробирались и нарвались. Ни гранат, ни патронов. Ну, что тут сделаешь? Вот. А есть... такие, которые сами. Добровольно. Предатели, то есть. Так вот, мы тут таких сразу. Того. У нас и комитет специальный создан. Понятно. Русские лентяи, быстрее разгружайте. С тобой один человек поговорить хочет. Там покажут. Шевелитесь быстрее. У нас мало времени. Двигайся. Давай, давай. Парень, не дури, кто хуже будет. Жук, давай. Не стоять, быстрее. Принеси сюда мешок. Пришел, а то мы заждались. Скажи, Камил, человек, правду ли нам поведали, будто ты к немцам добровольно перешел? Правду? А. Иуда! Тихо! Кончай его! Да что с ним разговаривать? Смерть предателю! Ну что, есть еще что сказать? Ну тогда именем Союза Советских Социалистических Республик... Стоять! Всем на пол! Сидеть! Вперед! Иди быстрее! Двигайтесь, свиньи! Направо! В машину, я сказал! Шевелись! Подожди снаружи. Я могу спросить, что с ними теперь будет?
Их расстреляют. Я не хотел. Я вижу, тебе здесь совсем не нравится. В лагере уже все знают, что я перебежчик. Рано или поздно меня просто убьют. Ночью во сне прирежут. Не эти, так другие. Боишься смерти? Я же не за смертью переходил линию фронта. Ну тогда скажи, зачем тебя сюда послали? Да никто меня не посылал. Я уже устал об этом говорить. У меня вот здесь приказ о твоем расстреле. Даже если ты искренне хотел пересидеть войну под крылышком у дяди и ничего дурного против нас не замышлял, подумай. У тебя 10 минут. Время пошло. Начинайте с этого. Иди. Давай, давай. Готовься. Целься. Огонь. Ну что? Есть новые мысли? Зря я к вам пришел. Все? Мне больше нечего сказать. Вперед! Готовься! Целься! Огонь! Следующий ты. Мне жаль. Ты мне даже чем-то симпатичен. Не хочешь покурить перед смертью? Да. Я забыл, ты же спортсмен. Прости. А я покурю. У тебя есть 2 минуты. Я не хочу умирать. Вас? Что? Я не хочу умирать. Почему вы мне отказали во встрече с дядей? Он же не мог мне не поверить, это ложь. Он же меня очень хорошо знает. Это несправедливо! Я просто не хотел воевать за Советы, и все! Поверьте, пожалуйста. Я прошу. Сучонок. Даже умереть достойно не может. Мразь. Русские солдаты. Вас заставляют умирать за Сталина. У вас отняли Бога и обожествили этого полуграмотного, полуеврея, полугрузина. Вы уверовали в то, что он великий вождь, что он... Верховный суд СССР приговорил предателя родины Блюменталь Тамарина к высшей мере. Но приговор до сих пор не приведен в исполнение.
Почему, товарищ Бери? Для выполнения миссии по рекомендации комиссара госбезопасности Ильина был завербован племянник Блюменталь Тамарина Игорь Миклашевский. Вербовку осуществлял комиссар Ильин лично. Так что за провокацию извини, так было надо. Во-первых, мы обеспечили тебе надежное прикрытие. Если немцы захотят проверить твою легенду, пусть проверяют. Ты действительно набил морду ГБшнику и на глазах у всех был арестован. Во-вторых, мы убедились в твоей верности. Верности? Именно. Ты был готов пожертвовать своей жизнью ради чести своей матери. Значит, твоя присяга родине не пустой звук. Виктор Николаевич, а что теперь с этим офицером? Брагин! Брагин! Разрешите, товарищ комиссар госбезопасности. Входи, входи. Вот ведь не успели подстраховать. Теперь придется предоставить больничный отпуск. Игорь, а ты извини меня. Особенно за слова в отношении твоей матери. Поверь, я ее очень уважаю. И даже на спектаклях бывал не раз. Да и стихи Есенина про нее наизусть знаю. Виноват, товарищ комиссар. Да ладно. Я и сам их наизусть знаю. Племянник был тайно доставлен в Москву и представлен генералу Судоплатову. После беседы с ним Судоплатов доложил мне, что одобряет выбор Ильина. Племянник был направлен в школу разведки, где он прошел полный курс обучения. И сейчас это профессиональный разведчик высочайшего класса. Работать в тылу врага тебе придется под своим именем. Наверняка о твоем пребывании у немцев станет известно здесь, и поэтому многие из тех, кто знал тебя в Советском Союзе, будут считать предателем и трусом. Конечно, потом правда откроется, но неизвестно, когда это произойдет. Поэтому руководство оставляет за тобой право выбора. Ты можешь отказаться. Товарищ старший майор госбезопасности, я уже все обдумал, но у меня есть маленькая просьба. Я слушаю. Насколько это возможно, я прошу оградить мою маму. Об этом ты можешь не беспокоиться. Мы с товарищем Судоплатовым пришли к мнению, что жертвовать агентом такого уровня ради ликвидации Блюменталя было бы неразумным. Иосиф Виссарионович, разрешите, товарищ Судоплатов сам доложит вам свои соображения. Ну, говорите. Товарищ Сталин, Игорь Миклашевский хорошо образован. Обладает актерскими данными, в совершенстве владеет немецким языком без акцента. Заявив, что на четверть немец, он добьется того, чтобы они считали его своим. А, к тому же, товарищ Сталин, он первоклассный боксер. При чем здесь бокс? Дело в том, что культ физической силы – один из стержней нацистской идеологии. В Третьем Рейхе чемпионы пользуются особым покровительством. Быть с ними в дружеских отношениях – правило хорошего тона для первых лиц Германии. К тому же бокс является любимым единоборством Гитлера, а это знают все. Поэтому из вышесказанного следует, что лучше отложить выполнение приговора Блюменталь Тамарину и, воспользовавшись его авторитетом, внедрить своего агента для выполнения более серьезной миссии. Какой миссии? Используя влияние дяди и свое боксерское мастерство, стать завсегдатаем салонов, сойтись с окружением первых лиц Германии и, помимо передачи информации, быть готовым по приказу Центра осуществить акцию по физическому устранению фюрера Рейха Адольфа Гитлера.
Может, вы считаете, что есть необходимость устранить Гитлера таким способом? Мы считаем, что Гитлера нужно держать на мушке, и если возникнет необходимость, то осуществить акцию уничтожения. Кто еще знает об этой вашей затее? Никто, товарищ Сталин, кроме нас с вами и самого агента. Для всех остальных, кто принимал участие в его подготовке, даже для Ильина, племянник отправлен в Берлин для уничтожения Блюменталь-Тамарина. Операции присвоено кодовое название «Апперкот». Обращение к агенту с позывным «Спартанец» будет означать для него, что он должен действовать в рамках этой операции. В таком случае пожелаем ему успехов. Когда я выкину сигарету, стреляй. Так точно. Не передумал? Мне больше нечего добавить. Открою тебе один секрет. У нас есть информатор там, где тебя завербовали. Мы знали о твоем появлении заранее, но мы не были уверены, что это будешь именно ты. Но мы знали, что готовится агент, у которого есть влиятельный родственник в Германии. И ждали его. И вот ты. Все совпало. Понял? Это случайное совпадение. В нашем деле случайных совпадений не бывает. Ты и есть тот агент, которого мы ждали. Я в этом уверен. Но мы не знаем твою цель. И тут ты должен нам помочь. Но если я не тот агент, вы же его упустите. Приведите его обратно. Come on. Идем. Миклашевский, следуйте за мной. Und das Spiel fängt wieder an.
Kuppler. Ach, Mann. Komm, komm. Tolles Spiel. Wunderschön. Lauf. Gib her. Lauf. Jetzt. Albert. Nach links. Nach links. Jetzt ich. Schneller. Hier. Gib mir. Lauf, lauf, lauf. Links, you. Ziehen Sie sich um. Переодевайтесь. Я надеюсь, ты хорошо выспался и отдохнул. Это Йозеф. Он будет ваш шицрихтер. Судья? Я. Бокс! Nicht schlecht. Неплохо. Стоп! Eins. Раз. Zwei. Два. Drei. Три. Aufstehen. Vier. Поднимайся. Четыре. Box. Stop. Stop. Hör auf. Stop. Stop. Прекрати. Дочь, что ты чемпион, я готов поверить. Йозеф, kannst du einen richtigen Gladiator? Сделай из него настоящего гладиатора. Посмотрим. Так держать. Так держать. Не сбавляй темп. Дальше. Быстрей! Schneller! Быстрей! Das Tempo halten! Держать темп! Stop! Der nächste! Stop! Следующий! Box! Aufstehen! Встать! Работать! Arbeiten. Работать! Закрывайте! Блок! Двигайся, двигайся, двигайся! Работай, я тебе говорю, работай! Запомни, чтобы достойно провести 15 раундов на профессиональном ринге, нужно настроиться на все 30! Работай! Это что такое получается? Что все воюют, а меня посылают к немцам спортом заниматься? Именно так. Внедрить своего агента в логово противника – очень непростое дело. Иногда на это уходят годы. А тут мы имеем уникальную возможность быстро внедриться, не вызывая никаких подозрений. И запомни, каждый поединок там – это и есть твой бой за нашу победу. Давай, давай! Стоп! Следующий! Nein, ihr seid keine Menschen. Нет, вы не люди. Ihr seid Tiere. Вы животные. Wilde Tiere. Дикие животные. Unmenschlich und primitiv. Жестокие и примитивные. Normale menschliche Gefühle. У вас еще не сформированы обычные человеческие чувства. Schmerz, Müdigkeit, боль, Angst. Усталость, страх. Armer Hans. Бедный Ганс. Er hat daran nicht geglaubt. Он не верил этому. Wo ist Ganz? Кто такой Ганс? Hans ist mein Sohn. Ганс – это мой сын.
Его зверски убили у вас под Смоленском. Забили до смерти и надругались над трупом. А что он делал под Смоленском, дядя Йозеф? Он воевал как солдат. Я знаю, что ты хочешь сказать, но он не был эсэсовцем или карателем. Он был солдатом, которого послали на войну. И он честно выполнял свой долг. Он писал мне письма. Писал. Что у русских красивые песни. Партизаны – это обычные сельские жители, крестьяне. За оружие они взялись после того, как у них сожгли дом, убили отца или сына, изнасиловали жену или дочь. Я не животное, я человек. И я русский. Нравится тебе это или нет? Ладно. Теперь отдыхай. Завтра тебе предстоит бой с одним поляком. Он полутяж. Полутяж? А ты как думал? Здесь нет весовых категорий. Имею в виду, его еще никто не побеждал. Все поставят на него. Если ты победишь, это принесет большие деньги. Мне-то что до этих денег? А то, что твоя жизнь станет намного дороже. Для премьеры я подобрал тебе отличное местечко. Какое? Местный офицерский клуб. Там собираются отпускники с фронта. А кто соперник? Соперники. Чехи, поляки, были двое румын. Есть один русский, но состав постоянно меняется. Это хорошо. С одними и теми же драться неинтересно. Забыл тебе сказать. Есть одно правило. Если ты не продержишься 6 раундов, тебя расстреляют. Если ты проиграешь 3 боя подряд, тебя расстреляют. До сих пор это правило соблюдалось неукоснительно. Итак, дорогие дамы и господа, Есаул против поляка. Музыка, пожалуйста. Подожди, стой спокойно. Руки вместе. Деритесь. Разошлись. Поднимайся. Спокойно. Закончен. Эконом силы. И запомни, каждый твой поединок там, это и есть твой бой за нашу победу. Бой продолжается. Да, это мой боец. Это настоящий гладиатор. Победитель Есаул. Значит, мы не можем до конца быть уверены в том, что спартанец успешно внедрился к немцам. Не можем. До сих пор его следов в Берлине не обнаружено. Мы ищем. А что, если он, по примеру своего дяди, переметнулся
на ту сторону. Ведь такой вариант предусматривали. Товарищ Сталин, я в агенте уверен на 100%. Спартанец лучше умрет, чем станет предателем. Будем надеяться. А что ты скажешь, Лаврентий? Думаю, что он понимает, что его мать, она находится в зоне нашей досягаемости. А это хороший мотив следовать своей цели. Не будем спешить с выводами. Времени прошло немного. Если у него появится возможность заявить о себе, он это сделает. Хорошо. Подождем пару месяцев. Но если он до тех пор не объявится... Лаврентий Павлович, я жду ваших предложений. Хорошо, товарищ Сталин. Я восхищен тобой. Ты настоящий боец. Ты точно не хочешь выпить за победу? Я ж не пью. Да. Фролянь, девушки, пойдемте с нами. Правильно, правильно. Я хочу тебя поздравить. Ты больше не военнопленный и не заключенный концлагерь. Ты мой личный трофей. Формально. Ты свободен. Вот все необходимые для этого документы. А? Но по нашему обоюдному фронтлича дружескому согласию ты продолжаешь участвовать в боях, которые я организую. При неповиновении я отставляю за собой право пристрелить тебя как русский шпион или отправить обратно в лагерь. Согласись, более честно и справедливо сделки тебе мне не предложил никто в Германии. Ну что? Похоже, выбор у меня не богатый. Я знал, что ты умный, сукин сын. Скажи, это правда, что Есенин посвящал твоей маме стихи? Правда. Читай. Я не люблю стихи. Зря шар. Очень жаль. У него есть вундершёне гедихте, прекрасные стихи. Как мало пройдено путей, как много сделано ошибок. Ну и про коня, гуляши, вундерба, великолепно. У нас в Европе его никогда не поймут, он слишком русский. Не зову! Не прошу! Не плачу! Вальтер, ты сумасшедший, ты это знаешь. А если тебя сейчас патруль заберет? Ну ты же меня отобьешь, а? Майн фройнд. Отобьешь, а? Kaum zu glauben. Warten Sie mal. Was für ein Blödsinn. Что грустишь? Документы почти твои. Получишь сразу после боя. А это мой личный подарок. Кто соперник? Я заключил пари с начальником лагеря. Против тебя будут 10 заключенных, ты должен их положить. Но суть пари, на каждого у тебя есть 30 секунд.
А-а-а. Без перчаток. It must be show. Должно быть шоу. Da warten schon auf uns. Stehen bleiben. Rechts rum. Я не буду с ними драться. Будешь. Иначе ты останешься в лагере навсегда. Nehmen Sie Ihre Plätze. Занимайте ваши места, господа. Meine lieben Herren, wir fangen an. Мы начинаем. Все в порядке. Свободные. Ну что, русский шпион, нервы сдали? Да пошел ты. Хочешь? Можешь меня здесь оставить. Я был бы рад, но не могу. Я уже обо всем договорился и потратил очень много денег на рекламу. О чем договорился? Ну, ты же мечтал о настоящем боксе. Вот. Ты будешь биться с боксер экстра-класса. Медаль Олимпиады Берлина. Интерес огромный. Знаешь почему? Потому что я заявил тебя монстром, который за свою карьеру не проиграл ни одного боя. Я. Я очень хорошо поработал. Теперь твоя очередь. Ах. Вот. Твои документы. Я держу слово. Господин Вольтер, что вы можете сказать о Жане Ромере? Ваши впечатления? Жан Ромер – выдающийся боксер. Мне трудно предугадать итог поединка. Но я знаю, это будет настоящий праздник бокса. А победит сильнейший. Parfait. Regardez-moi. Parfait. À gauche, s'il vous plaît. Я пробовал свое бистро в Париже и перебрался сюда. Там ваши братья больше, чем французов. А здесь нет эсэс, и немцы ведут себя намного скромнее. Понимаю твои чувства, Луи, но ты вспомни Версаль. Вспомни, как вы унизили Германию. Мы-то унизили, и только. А вот русские вас в порошок сотрут. Сталинград — это только начало большого немецкого кошмара. Сомневаюсь, на других фронтах мы все еще продвигаемся вперед. Вальтер, посмотри на карту. По их масштабам вы уже слишком долго топчетесь на одном месте. Гастон, вот за тот столик лучшего вина, вот тому господину с бакенбардами. Эх, Луи, за твой злой язык тебе давно пора упрятать в концлагерь. Не стоит, Вальтер. Ты же знаешь, когда русские в Берлине
начнут вешать нацистов на фонарях, ты будешь прятаться у меня на чердаке и всегда будешь сыт и пьян. Лаврентий Павлович, ну теперь нет никаких сомнений. Считаю, что первый этап операции успешно завершен. Но почему он оказался во Франции, а? Думаю, скоро узнаем. Вольтер, ça ne jamais. Я не понимаю французов. На Востоке льется кровь, там люта ненависть к оккупантам. А здесь? Но поверь, Игорь, у французов тоже есть гордость. Они не смиряются с поражением. Есть сопротивление, и оно растет. Но, конечно, на Востоке главная война. Но почему она такая разная? Потому что мы разные. Европа – это одно, а Россия – это совсем другое. Итера необходимо уничтожить. И здесь вся надежда на русский. В этом мы союзники. Но только в этом. И потом ты же не будешь отрицать, что русские сражаются по обе стороны. Это ты о предателях? Понимаешь, есть те, кто защищают Советы, а есть те, кто хотят вернуть себе родину, которую у них отняли большевики. Кто из них предатель? Ну все, мне пора. Надо отдохнуть, чтобы хорошенько тебя поколотить. Пусть победит сильнейший. До встречи на ринге. Ну и кто из них все-таки предатель, как вы думаете? Тяжело сказать. Там и там своя правда. Правда одна. Она там, где Бог. Невозможно изменить изменнику или предать предателя, даже если речь идет о целом народе. Что вы этим сказать хотите? Вы позволите? Россия предала дважды. Сперва Бога, потом царя. В Бога можно не верить. Можно. Но русские верили 1000 лет. А потом в одночасье так легко отвернулись от него. Значит, по-вашему праву те, кто воюет на стороне немцев? Здесь тоже нет Бога. Фашизм – порождение дьявола. А вы сомневаетесь в этом? Что же нам делать? Кому нам? Русским. Уничтожить фашизм, убить Гитлера и вернуть в Европу Бога. Тогда Россия хоть частично искупит свой грех. Бог милостив. Он дал России этот шанс. Месть за Бога – святая месть. И это благо дано России во искупление. Когда тебе предоставят свободу, на тебя выйдет связной. Он передаст инструкции и обеспечит связь с центром. Как я его узнаю? При встрече он произнесет пароль. Высшее благо – быть асом, мстителем за богов. Это строчка из младшей эды. Вполне в духе нацистов. Мне тоже пора. Извините, я узнал вас. Поздравляю, вы великолепный боксер. Итак, третий раунд. Пока идет равный бой, оба боксера показывают великолепную технику. Правда, пока небольшой перевес на стороне Жан Рома. Давай, убей его. Ты видишь, у него нет шансов. Жан Ромер имеет преимущество.
Не спеши. Пусть выкладывается. По возможности, работай по печени. Сбивай дыхание. Вперед. В следующем раунде он победит. Ближе к концу раунда начинай прессинговать и не сбавляй темп, который он сам себе навязал. Это сила у спортсмена. Продолжай в том же темпе. Похоже, он спекся. Пускает мощнейший удар. Загадочный русский одерживает внушительную победу. Я же тебе говорил, мой дорогой Луи. Я вам жую с тобой, Игорь. И voilà, que l'arbitre donne l'ordre sportif pour donner son verdict. Спасибо, Жан. Ты дрался как лев. Спасибо большое. Спасибо, Йозеф. Номер телефона. Прошу вас, найдите возможность со мной связаться. Меня зовут Анастасия, и я приехала специально из Денси, чтобы познакомиться с вами. Игорь, я думаю, ты должен пригласить красивую девушку на наш банкет. Вы же не против? Конечно, с удовольствием. Вот и хорошо. Merci, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Я прочитала вас в газете, и мне почему-то очень захотелось вас увидеть. Ну, не знаю почему. Может, кровь заиграла? Очень может быть. Я ведь родилась и выросла во Франции. Но француженка так и не стала. У нас слишком русская семья. Русских, как когда-то иудеев, разметала по всему свету. За какие-то провинности. Знать бы только за какие. Мне вчера сказали за предательство царя. Это отречение от Бога. А вы верите в Бога? Я с малых лет воспитывался атеистами. Какая уж тут вера. Но я стараюсь. А я вот не верю в Бога. Но он мне интересен. Как культурно-исторический феномен. Завтра я возвращаюсь в Римс. Бабушка болеет, и я боюсь оставлять ее одну надолго. И у нас очень много красивых церквей. Если хотите, поедем вместе.
Вальтер, что скажешь? Замолчи, Луи. Но у нас с тобой есть срочные дела в Берлине. Настя, если вы не против, мы приедем к вам später, позже. Договорились? Я буду ждать. Куда мы едем? В Берлин, к твоему дяде. Он ждет тебя с нетерпением. У меня пока нет особого желания с ним видеться. Если ты тогда правду сказал. Ну, о том разговоре забудь. А дядю обижать не стоит. Ну, все. Мне пора. Ты только не волнуйся, мам, хорошо? И там, чтобы про меня не говорили, ты знай, пожалуйста, так надо. Хорошо, сынок, конечно. Я понимаю. Все, я пошел. Что случилось? Ничего. Guten Abend. Добрый вечер. Добрый вечер. Господи, Игоречек! Наконец-то! Здравствуйте, Тетин. Рад тебя видеть. Ну, пойдем, пойдем. Вы можете не волноваться, господин Блументаль-Тамарин. А если я что-нибудь почувствую? Немедленно звоните мне. Да, и не выпускайте его из виду. А как мама? Она в Москве? Нет, она в Кирове. Почему в Кирове? В эвакуации. Хотя бы там не стреляют. А, ну да. Да. Как ты вырос, Игорек. Да, возмужал. Боже мой. Понимаешь, Игорек, мы могли погибнуть. Мы должны были выживать. Я должен был спасать семью. А немцы предложили помощь, транспорт. Мы и... Благодарю вас. Данг. Спасибо. Вот нам пришлось эвакуироваться. Так же, Инуся? Давай выпьем. Давай. Дядя Сева. А, да-да-да. Да-да, прости. Вальтер мне сказал, что ты... А что я мог подумать? Меня же предупредили, что Сталин пойдет на все, чтобы расправиться со мной. Он может взять Августу в заложницы и заставить ее сына меня убить. От него можно всего ожидать. Ты же понимаешь, всего. Правда, Инусь? Но потом, когда мне сообщили о тебе, тут уж я не знаю. Я же... Ты же вырос на моих глазах. Разве я мог допустить хотя бы мысль о том, что ты добровольно перейдешь к немцам? И ты сообщил об этом гестапо, да? Я ничего не сообщал. Я только не стал спорить с ними. Ну, ты же понимаешь, что спорить с ними бесполезно. Но они обещали, что будут обращаться с тобой корректно. Правда, Инуся? Да. Вальтер нам обещал.
И? Я надеюсь, так все и было? Да, именно так. Слава богу. Слава богу. Можешь оставаться в Берлине? Я сказала, что может пожить у нас. Но пока не определился с жильем. По поводу работы. Я могу тебе предложить любую должность в русском комитете. На твой выбор. Будешь заниматься чем захочешь. Что-нибудь слышал про генерала Власова? Это один из командармов, оборонивших Москву? Да, да. Он перешел на сторону немцев, теперь он здесь. Завтра мы с ним едем в лагерь для советских военнопленных. Буду произносить там вдохновляющую речь, так что можешь поехать с нами, послушаешь, увидишь силу художественного слова. Нет, спасибо. Я эти лагеря уже видеть не могу. Да и Вальтер мне обещал устроить здесь зал для тренировок. Ну, как знаешь. Мне было 5 лет, когда меня впервые мама выпустила на сцену. А роли были крохотные, но иногда даже с текстом. Есенин был у нас на спектаклях. Есенин? Merci bien. Приходил с огромным букетом цветов, вручал его маме. А еще мне запомнилось, как мы сидели в кафе, дядя Сережа читал маме стихи. Вечер темные брови насупил, чьи-то кони стоят у двора. Не вчера ли я молодость пропил, разлюбил ли тебя не вчера? Ну, как-то браво. Так. А ваша мама знает, что вы... что вы здесь? Да, я думаю, все уже об этом знают. Ну, я уверен. Она понимает, почему я так поступил. А почему? Потому что хотели, чтобы я умер по-скотски. А я решил распорядиться своей жизнью сам. Вы презираете меня? Нет, нет, Игорь, что вы? Я вас прекрасно понимаю. Мой папа очень тосковал по России. Вот это ладанка. Он передал мне ее незадолго до своей гибели. Там внутри русская земля. Он привез ее с собой в эмиграцию. А скажите, Игорь, неужели Европа так сильно отличается от России? Я сужу по живописи, большой разницы не вижу. Те же деревья, те же леса, поля. Те же, да не те. В Европе все ухожено и стоптано. А в России там дикая природа. Там уж если поле, то до самого горизонта. Если леса, так на две Франции хватит. Excusez-moi. Извините, все в порядке? Merci, monsieur. Да, спасибо, месье. Bon. Хорошо. Bon, compte, а вы тоже тоскуете? Да нет такого русского, который бы не тосковал. Анастасия Шувалова, дворянка княжеского происхождения. Дочь белогвардейского генерала, эмигрировавшего во Францию после окончательного поражения Белой армии. Мать умерла несколько лет назад. Отец погиб при невыясненных обстоятельствах в начале нашего наступления на Париж. Не замужем. Часто посещает Берлин, где у нее своя квартира и небольшой бизнес. Но постоянно проживает в Реймсе у своей бабушки по отцовской линии Дарьи Михайловны Шуваловой. Других родственников нет. Вот что, Шульц. Выясни
подробнее все об ее отце. Ich interessiere mich besonders и особенно меня интересуют обстоятельства его гибели. An die Arbeit. За работу. Игорь, а вы не могли бы прочесть еще что-то из Есенина, посвященное вашей маме? Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаясь скандалить. Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз златокарий омут. И чтоб прошлое не любя, ты уйти не смогла к другому. Высшее благо быть асом, мстителем за богов. Что ты сказала? Ты не ослышался, спартанец. Привет, Мартин. Как дела? Подозрительных контактов не заметил. По вечерам играют в карты или в лото с бабушкой и служанкой, а днем прогуливаются. Noch etwas? И это все? Ich glaube, wir haben hier mit einer По-моему, у них роман. Na also, ну что ж, eine Liebesgeschichte ist besser als роман – это детектив. Лучше, чем детектив. Nicht wahr, Martin? Не так ли, Мартин? Schlecht, Martin. Неплохо, Мартин. Nicht неплохо. Schlecht. Danke. Спасибо. Информация из центра буду получать я. Я понял. В твоем распоряжении будут два надежных человека. Имеют большой опыт диверсионной работы. Они в Берлине, но связь с ними тоже через меня. И еще центр. Принять решение. Мой контакт со спартанец. Проводить открыто. Под видом любовница. Что? Ах так! Про
Прошу вас, угощайтесь, Вальтер. Вольтер, здравствуйте. А вот и Настенька. Bonjour, mademoiselle. Ça va? Ça va. Очень вкусно, Дарья Михайловна. Я Вальтер. Благодарю вас. А я и не ожидала, что немец может так хорошо говорить по-русски. В детстве я жил в Москве. Мой отец был инженер и строил завод. Но когда мне было 14, мои родители погибли, и я вернулся в Германию. Меня воспитывал мой дядя. Но знание русской литературы и языка я сохранил. Да, что-то такое предполагал. И ни один раз меня не спросил. Мне хватило твоих вопросов. Что делать? Это моя работа. Вольтер, говорят, те, кто побывает в России, лучше понимать русских и относятся к ним с большей симпатией. Это так? Эту сказку придумали сами русские и верят в нее. Для большинства европейцев это грубые и ленивые азиаты. Но мне нравится этот простодушный романтизм русских. О, а вот и наш замечательный доктор. Bonjour. Bonjour, monsieur. Здравствуйте, Анри. Je suis contente de vous voir. Прошу вас, доктор Анри, присоединяйтесь к нам. Merci, Дарья Михайловна. Спасибо, Дарья Михайловна, но я недавно обедал. De déjeuner. Извините, что отвлекаю вас. Bon appétit. Приятного аппетита. Merci bien. Спасибо, доктор. Si vous êtes pressé, elle est à votre disposition. Если вы торопитесь, бабушка готова прямо сейчас поступить в ваше распоряжение. Je vous serai bien reconnaissant. Прошу вас пройти в другую комнату. D'autant plus. Буду вам очень признательна, обещаю долго не мучить. Je vous en prie, mesdames. Ты знаешь, я Merci, monsieur. Посмотрелся. Vous savez, il va mieux aujourd'hui. Ничего не говорит о войне. Я не понимаю, чего еще хотят французы. Вероятно, они хотят, чтобы немцы ушли, и Франция стала свободной. Свобода их развращает. Французы выглядят симпатичнее, когда они немного unglücklich, несчастны. Старой Франции уже не будет никогда. Это будет единая Европа, с единой валютой, единой экономикой, мощная конфедерация без евреев и коммунистов. А Германия будет ее мозговой центр и гарант порядка. Вот чего добивается фюрер. Какова участь России тогда в этом всем? России? Она станет частью Великой Германии.
Спартанец подозрений не вызвал. С дядей отношения восстановлены, ни в чем не ограничен, готов приступить к третьему этапу операции. Обратите внимание на проходящих. Вальтер Функ, министр экономики и президент Рейхсбанка. А вот с человеком, к которому он подходит, тебе нужно обязательно познакомиться. Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Макс Шмеллинг. Гордость нации. Любимец и друг Адольфа Гитлера. В общем, наблюдай, присматривайся и будь готов, что в любой момент кто угодно может с тобой заговорить, даже сам фюрер. Что, и фюрер тоже может быть здесь? Может, может. Правда, в последнее время он избегает публики. Слишком поглощен войной. Обрати внимание, здесь Генрих Гиммлер. Не ты видела? Ольга! Сева, как я рада тебя видеть. Взаимно, Оленька, взаимно. Ты сегодня великолепна, как никогда. У женской красоты нет пределов. Но это целиком зависит только от восприятия мужчин. Так пощади нас. Красота ослепляет мужчин. А женщин ослепляет комплимент. Позволь тебе представить моего племянника Игорь Миклашевский, Ольга Чехова. Очень рада знакомству. Кстати, ты знакома с его мамой, Августой. Боже мой, ну да, Игорь Миклашевский. Как же я сразу не догадалась. Игорь? Когда вам было 5 лет, я последний раз была у вас в гостях. Невероятно. Кстати, держите. И позвоните мне обязательно завтра. Я надеюсь, что вы станете постоянным гостем в моем доме. Только если хозяйка дома не будет в этот момент на съемках или репетиции. Вальтер, какая неожиданность. А ваш дядя мне не говорил, что вы в Берлине. Дядя Генрих не всегда в курсе моих дел. Познакомьтесь, Игорь Миклашевский. Это сын моей подруги, очень известной артистки в России. Мы очень хорошо знакомы с Игорем. Можно сказать, мы компаньоны в одном деле. Вальтер, а вы щедры на сюрпризы. Игорь, это правда? Вальтер помогает Игорю добиться успехов в спорте. Кстати, дела идут прекрасно. Предлагаю за это выпить. Прошу. Да. Прошу, прошу. Благодарю. И спасибо. Почему-то мне никогда не рассказывал, что у тебя такой влиятельный дядя. Ну, потому что основную часть нашего знакомства мы и говорили о твоем. Я надеюсь, ты меня ему представишь? Vielleicht. Может быть, после какой-нибудь громкой победы на ринге. Как раз хотел с тобой об этом поговорить. Как тебе идея сразиться с бронзовой медалью Олимпиады в Берлине? Ты шутишь? Йозеф уже составил план твоих тренировок. А я приглашу на это интересное событие своего дядю. Там и познакомитесь. Получается, опять никакого выбора у меня нет. Держи. Пойдем. Куда? Познакомлю тебя с бронзовой медалью. На, алло. Привет. Алло, Артур. Привет, Артур. Lass mich ihn vorstellen. Das ist nämlich der Russe. Это тот русский, о котором я тебе рассказывал. Игорь Миклашевский. Игорь Миклашевский.
Мой однокашник и давний друг Артур Гютнер. Из-за собственной глупости оказался на Восточном фронте. Но, надеюсь, больше он туда не вернется. Да, с вами лучше сражаться на ринге, чем на войне. Я-то знаю. Я давно не имел возможности побороться с достойным соперником. Поэтому очень рад предложению Вальтера. Итак, предлагаю выпить... Auf unser Treffen und за встречу и за то потрясающее шоу, которое мы обязательно подарим публике. За наше грандиозное контрнаступление на Востоке. У спартанца наладились отношения с дядей. Появился выход на Гиммлера. А вот Гитлер на публике пока не появляется. Мы думаем, что жертвовать разведчикам ради устранения Гиммлера – это слишком большая роскошь. Ситуация на фронте сейчас складывается в нашу пользу. А вот смерть фюрера могла бы окончательно сломить волю противника. Что вы предлагаете? Думаю, Гитлер рано или поздно появится. Нужно быть готовым. Я готов подключить к операции моего личного агента Приму. Настя, если это только не секрет, как так получилось, что ты, дворянка княжеского происхождения, вынуждена жить здесь и стала сотрудничать с советской разведкой? Давно жду этого вопроса. Нам пора поцеловаться. Nicht so schnell! Fang mich doch! Мой отец с детства меня учил. Всегда оставайся русской и люби свою далекую родину. Когда немцы напали на Францию, он добровольно вступил во французскую армию. В боях под Шато-Тьерри был тяжело ранен. Узнав, что он находится в Брале, я сразу же отправилась туда. Хотела перевести его в Реймс. Но он перед смертью успел сказать мне адрес в Париже и просил сообщить там о его гибели. Так я узнала, что отец сотрудничал с советской разведкой. Сегодня ночуешь у меня. Вольтер должен быть уверен, что у нас интимная близость. Сначала они вместе до позднего вечера гуляли в парке и долго друг с другом разговаривали, а потом поехали к ней домой. Итак, Мартин, спасибо, можешь идти отсыпаться. Ты соображаешь, что творишь? Ты хоть представляешь, какую кашу заварил? Не понимаю, о чем ты. Не понимаешь? Прочти заголовки. Чей дух сильнее? Чья воля крепче? За кого Бог? Это что? Всего лишь реклама. Реклама? Вальтер, что за фарс ты устроил в тот момент, когда лучшие сыны Рейха жертвуют собой ради победы на Восточном фронте? А кто победит у вас? Немец? А может, русский? Ты соображаешь, каким это закончится скандалом? Ты думаешь, я не знаю о тотализаторе? Знаю. И знаю, что все ставят на немца. Победит он — ты банкрот.
А если русский, вы оба покойники. Информация для милиции. Милиссия центра. Прима устроит спартанцу приглашение на ланч. Передавайте Артуру наши наилучшие пожелания. Приятного аппетита. Настя, что с тобой? Кстати, как бабушка, с ней все в порядке? Со мной и с бабушкой все в порядке. Спасибо. Я понимаю, Игорь, что мне не нужно всего знать, но мне не стоило большого труда понять, зачем ты здесь. Настя, я в свое бы время я тебе все рассказал а бы. А ты понимаешь, что такое задание могли дать только камикадзе? А я и есть камикадзе. Я знал, на что я иду, и я готов идти до конца. Ну, впрочем, все от обстоятельств зависит. От обстоятельств? Каких обстоятельств? На что ты рассчитываешь? Настя, пожалуйста, успокойся. Послушай меня. Я здесь только потому, что Родина мне доверила очень важную миссию, от выполнения которой, возможно, зависит исход всей войны. Доверил не кому-то, а именно мне. Значит, я единственный тот, кто может это сделать. Молчи. Я все понимаю. Просто я... Извини меня. Тебе нужно срочно связаться с Примой. Пароль «Вам привет от Павла». Продолжение. Он просит Приму уделить мне максимум внимания. Это знак важности твоей миссии. Возьми, пожалуйста. Я верю, что он защитит. Fünf Runden sind vorbei und bis jetzt ist es noch nicht klar, wer gewinnt. Igor Miklaszewski oder Artur Gündar. Die Pause ist schon fast vorbei. Das Publikum wartet. Tolle Bewegung haben wir. Давай, будь осторожен. Wir setzen работай. Unsere Reporter. Gut, все будет хорошо. Boxen beginnt. Vorsichtig, wir schauen in die Mitte des Saals. Heute ist hier die ganze Stadt. Wir verfolgen das tolle Boxen. Wir setzen fort. Die Boxen sind bereit. Der Schiedsrichter, was macht er? In die Mitte. Ja, bitte, in die Mitte. Boxen! Вальтер, bitte stich nach. Вальтер просит тебя сдать бой. Я подумаю. Nichts zu bedenken. Тут нечего думать. Если не подчинишься, будешь расстрелян. Это приказ его дяди. Я подставлюсь. Бей.
уверен, мы еще встретимся на ринге. И это будет честный бой. У тебя, наверное, осталась девушка в России? Почему в России? У меня здесь девушка. Здесь? Когда ты успел обзавестись девушкой? Она немка? Русская. Дворянка княжеского происхождения. Во Франции познакомились. Хм. Прекрасно. Значит, ты у нас будущий князь? Будущий князь. Ну, а как ты думал? Поженитесь, и ты будешь настоящим князем. Что с тобой, Игорь? Ты не хочешь быть князем? Да я как-то об этом не думал. Да ты не бойся. Заставлять тебя никто не будет. Не те времена. А я лично ничего не вижу в этом плохого. Но я прекрасно понимаю, какое у тебя воспитание. Ольга Константиновна, вам привет от Павла. Он просит Приму уделить мне максимум внимания. Ну и чем я могу быть полезна? Мне необходимо иметь личный контакт с Гитлером. Я правильно понимаю, зачем тебе это нужно? Правильно. Это безумие. Это приказ. Извините, но я все-таки жду вашего ответа. Признаюсь, мне сложно на это согласиться. Но я обещаю информировать тебя о всех мероприятиях, на которых планирует присутствовать Гитлер. И если предоставится такая возможность, я устрою вам личный контакт. Это слегка. А, vielen Dank. Вот так встреча. Здравствуйте, Игорь. Я вас сразу узнал. Извините, но... Вспоминайте, вспоминайте. Франция, Руан, кафе, разговор о Гитлере. А, да-да, припоминаю. Позвольте представиться, Яков Драули. Игорь, вы русский? Ну, обычно говорят, выходец из России. Это значит, что родился в России, вырос там, но теперь проживаю в Норвегии. Здесь, в Германии, я представляю одну норвежскую компанию, которая занимается поставкой руды надолго в Берлине. Я живу здесь. А, стало быть, настолько, насколько долго сам Берлин. Вы о чем? Похоже, здесь скоро будут русские. Они делают большие успехи на фронте. И что? Берлина больше не будет? Ну, трудно предугадать, что будет, чего не будет. Скажите, вы боитесь прихода русских? Я об этом не думал. Характернейшая русская черта – никогда не думать о том, что может произойти завтра. Отбой воздушной тревоги. Просьба соблюдать порядок при выходе из бомбоубежища. Вот моя визитка. Мне было бы приятно встретиться с вами, поболтать. Извините, у меня нет. Не беспокойтесь, мне будет нетрудно вас найти. Ой.
Ольга Константиновна, вы мне хотели что-то сообщить? Да. Ева по секрету сказала мне, что они с Адольфом собираются на премьеру нашего спектакля. 22 октября. Фюрер теперь редко бывает в Берлине. Так что другой возможности может и не быть. И если это нужно, чтобы остановить войну, исполните то, что вам приказали. Благодарю. Симон, Игорь. Симон – очень хороший специалист по взрывчатке. Уже 5 лет в Берлине официально работает в фермерской лавке мясной у баварского фермера. Пьер. А, Пьер, я забыла сказать. Тоже очень надежный человек. Занимается доставкой оружия. Пьер. Привет, я Пьер. Игорь. Рад. Камарад. Товарищи, мы уже можем приступить к обсуждению операции. Хорошо. Alors voilà. Miner la loge n'offre aucun intérêt. Минировать ложу не имеет смысла. Слишком легко обнаружить взрывчатку. Je propose une autre variante. Он предлагает другой вариант. Alors, c'est la maquette du théâtre. Voilà la loge où sera assis Hitler. Вот эта ложа, где будет сидеть Гитлер. Эти господа со мной. Хорошо. Добрый вечер. Если будут вопросы, вы заменяете Лоттер, ясно? Лоттер болен, его еще не будет 3 дня, так? Именно. Je propose d'accrocher la bombe dans les cintres, pas très loin de l'avant-scène. Он предлагает закрепить устройство на колосниках. Si on la met ici, personne ne la remarquera. Там никто не заметит бомбу. C'est le meilleur moyen d'avoir Hitler. Дальше. Hey du! Bring die Säule her! Aufstellen! Schneller! Ich mach's schon! So, positiv! Ja! Meine Herren! Господа! Я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что я не терплю на сцене крепких выражений и резких запахов. Верно, Фриц? А вы что там стоите? Вы слышали, что я сказала? Прошу прощения, я сегодня первый день. Меня попросил Лоттер заменить его. Он болен. У него грипп. Я надеюсь, вы не принесли нам сюда инфекцию. Вы общались с Лоттером? Да, немного. Держитесь от меня подальше. Вам ясно? Ясно. Alors, ça sera une bombe à tête chercheuse. Это будет бомба направленного действия. Что уставились? Займите свои работы, наконец. Le détonateur de la bombe se met en route au moment où on coupe le fil. Взрыватель бомбы срабатывает в тот момент, когда шнур обрывает полет. On compte 3 secondes lorsque le pendule amène la bombe au plus près de la cible. Через 3 секунды, когда маятник уносит бомбу максимально в сторону цели. Ольга Константиновна, я прошу еще раз меня извинить. Это моя оплошность. Надеюсь, завтра такой оплошности не будет. Ева сегодня подтвердила, что они приедут завтра на спектакль. Их тайно проведут в ложу. Зрители не будут знать, что фюрер находится в зале. Хорошо. В таком случае обещайте мне, что покушение будет совершено в начале 2-го акта. Я смогу задержать Еву у себя в гримерке до выхода. Игорь! Обещаю.
Чтобы вы смогли пройти на сцену, я подготовила вам костюм одного из персонажей, которого играет Дитрих. У нас есть дубль. Вы получили подтверждение на проведение операции? Я не понимаю, центр почему-то молчит. Думаете, что-то могло измениться? Да что могло измениться? Гитлер перестал быть нашим врагом, решил помириться с Советским Союзом и прекратить войну. Я не понимаю. Приказа выполнить операцию нет. Но и сигнала об отмене тоже нет. Что ты решил? Если не будет приказа об отмене, будем взрывать. Ужинать будешь? Аппетита нет. Что же делать? Уже поздно. Надо спать ложиться. Завтра очень важный день. Для всех нас. Станет известно здесь, и поэтому многие из тех, кто знал тебя в Советском Союзе, будут считать предателем и трусом. Работай, я тебе говорю, работай! Держи удар, держи! Блок, блок! Как тебя зовут, какое у тебя воинское звание? Рядовой штрафного батальона Игорь Миклашевский, бывший младший сержант Красной Армии. С какой целью ты перешел в линию фронта? Какие задания ты получал от советской разведки? Скажешь, страдания твои быстро закончатся. Дядя Сева не желает с тобой встречаться. Он сказал, что ты всегда был идейным комсомольцем и наверняка завербован. Это несправедливо! Я просто не хотел воевать за Советы и все! Поверьте, пожалуйста, я прошу. Я не буду с ним драться. Будешь, иначе ты останешься в лагере навсегда. Полезу! Темпо halten! Das Tempo halten! Weiter! Weiter! Schneller! Schneller! Я держу слово. Господин Миклашевский, меня зовут Анастасия. И я приехала специально из Раимса, чтобы познакомиться с вами. Искать Рекс. Макс. Aufmerksamkeit. След. Иди. Ком. Иди, иди. Suchen da. Искать. Издалека вы будете похожи на Дитриха, но близко никому не приближайтесь. Покиньте комнату, когда услышите аплодисменты в конце первого акта.
Ну что, товарищ Миклашевский? Вот и все. Schöne Gleisen! Anton zwang selber und die blanken Waffen ab. Erzählt, mit was euch so heftig Ursach gab. Jetzt sitzen wir hier fest, dass du dich nicht für einen kleinen schneller entscheiden kannst. Ich möchte aufwärts sein. Wir verpassen. Halt! Стоять! Господин офицер, могу я сходить в туалет? Achtung, es beginnt die zweite. Внимание! Начало второго акта. Такси! Дитрих, что вы тут делаете? Wer zweifelt, dass die Frucht die Mutter selber frisst, der schau des Marius, das Kinderböse List und wildes Wütnern, den Grimmen. Отмена. Центр отменил операцию. Пьер уже должен быть на месте. Да, да. Понимаете, мне нужно пройти в тот дом, а вход только с этой стороны. Что-то случилось? Могу я взглянуть на ваши документы? Пожалуйста. На гуд. Хорошо. Гензидорь. Можете пройти. Приношу свои извинения за столь длительное ожидание. Прекрати! Убирайся! Убирайся отсюда! Свинья! Что за дурацкая игра? Viel der jüngste Krieg hat Bürgerblut verzehrt, seitdem Antonius das rachbegierde Schwert auf den August gezückt. Und ob die Freundschaftswunden zwar minder als ein Glas stets haben Pflaster funden, so beut August ihm doch Vertrag und Frieden an, weil er dies Blutgespiel nicht ferner schaut. Vergessen, was des Pompeius Brand für Römer hat gemacht. Annulliert, annulliert, annulliert. Отмена. Operation ist annulliert. Операция отменена. Seitdem Antonius das rachbegierde Schwert auf den August gezückt. Und ob die Freundschaftswunden zwar minder als ein Glas stets haben Pflasterwunden. So beut August ihm doch Vertrag und Frieden an, weil er dies Blutgespiel nicht ferner schauen kann. Thank you.
Давай, быстрее, быстрее. Там на фронте мои товарищи. Многие из них уже отдали свои жизни. А те, кто останется в живых, спросят меня: а ты где был? Что делал? Я отвечу: был в Берлине, ничего не делал. Болтался по ресторанам в компании эсэсовцев. И все это только ради того, чтобы сегодня в театре прогремел взрыв. Взрыв не прогремел. Игорь, успокойся. Взрыв не прогремел, потому что так приказала Родина. И ты здесь, потому что так приказала Родина. И теперь Родина приказывает тебе оставаться. Это приказ. Ты солдат. И должен выполнять его. Еще. Рабочие нашли взрывчатку на Колосниках. Вся труппа под подозрением. Театр закрыт. Теперь всех таскают на допросы. До сих пор не могу поверить. Гитлер был так близко. А Сталин не так прост, как я думала. Зачем убивать Гитлера, если Советы практически выиграли войну? Что собираетесь делать? Я не знаю. У гестапо есть описание моей внешности?
Вам повезло. Вас никто не видел. Тогда остается только ждать. Это опять я. Спасибо. Ma chère mademoiselle Nastia, je suis forcé d'aller d'urgence à Paris. Une malheur est arrivée à mes amis. Leur parente a perdu de la parole. On suppose l'attaque cérébrale. Уважаемая мадемуазель Настя. Вынужден срочно уехать в Париж. У моих друзей беда. Их родственница потеряла речь и есть угроза инсульта. Радисты погибли, связи нет. Пытаюсь наладить новый канал в Париже. Отсутствие телеграмм означает арест или смерть. Вы что-то выбрали, мадемуазель? Скажите, а приходило ли что-нибудь еще, кроме этого письма от доктора Лаконте? Нет. Хотя он обещал сообщать мне о своих делах. Ничего особенного об Анастасии Шуваловой узнать не удалось. Все довольно стандартно для многих русских эмигрантов. Есть еще одна интересная информация из Реймса, но не знаю, насколько она относится к Анастасии Шуваловой. Ну и что же дальше? В окрестностях Реймса обнаружили передатчик. Долго за ним охотились. Наконец накрыли. Но радистов взять живыми не удалось. И какая тут связь с Шуваловой? Пока не знаю. Но в этот день нашли бомбу в театре, где был фюрер. Хельмута и все материалы по этому передатчику срочно ко мне. Доктор пропал. Либо убит, либо арестован. Явочная квартира, куда он должен был пойти, выявлена. А это означает, что выявлена вся сеть. Чем это нам грозит? У гестапо может появиться ключ к шифру, которым мы пользовались. Если наши шифрограммы записывали. Но еще не факт, что они поймут, о чем там речь. Я в этом не так уверена. Настя, меня больше беспокоит, чем это угрожает лично тебе. Единственная ниточка, которая связывает меня с французской сетью сопротивления, это доктор Анри. Но если он арестован, его же пытать начнут. Игорь, если он арестован, его пытают уже больше 2 недель. Но, как видишь, меня никто не трогает. Впервые работу этого передатчика мы зафиксировали в начале мая прошлого года и вплоть до обнаружения регулярно записывали их сеансы. Так, расшифровать записи пока не удалось. А что вам тогда удалось выяснить? Радисты погибли, поэтому всю цепочку по горячим следам установить не смогли. Но спустя некоторое время на явочной квартире в Париже, где гестапо устроило засаду, был задержан доктор Лаконте из Реймса. Не исключено, что его посещение явочной квартиры связано с гибелью радистов. А зовут его как? Анри Лаконте. Где он сейчас? Нигде. В следственной тюрьме перестарались. У старика отказало сердце И давайте побеседуем с очаровательной Анастасией и ее родственницей.
Давайте. Настя, пойми, тебе нужно уехать. Дома оставаться сейчас нельзя. Поверь, у меня очень плохое предчувствие. А как же бабушка? Я с Пьером уже вчера договорился, он о ней позаботился. Симон для тебя временное убежище найдет. Значит, и мы не сможем видеться. Настя, ты понимаешь, что сейчас твоя жизнь – это самое главное? В конце концов, я что-нибудь придумал. Не уверена, что моя жизнь имеет смысл без тебя. Настя, я уверен, все будет хорошо. Я прошу, пожалуйста, не заставляй меня так прощаться с тобой. Симон! Береги ее. Я сам выйду на связь. Проклятие. Спасибо, Игорь, что вы согласились составить мне компанию. Я за это. У меня не так много возможностей поговорить по-русски. Дантычем. Рад предоставить вам такую возможность. Вас можно поздравить. Газеты пестрят похвалой в ваш адрес. Все ждут яркого полуфинала. Я уверен, что вы дойдете до финала. Посмотрим. Это спорт. Да. В спорте трудно предугадать. А вот... политики. Предугадал, значит, победил. Я не занимаюсь политикой. А она может в любой момент заняться вами. Понимаете, в жизни бывают такие ситуации, когда лучше бы предугадать дальнейший ход событий. И вот у вас сейчас как раз такая ситуация. На середину. Настало время делать новые ставки. У вас сейчас есть реальный шанс обеспечить безмятежное будущее. Спокойную и безбедную жизнь в Англии или в Соединенных Штатах. Было бы глупо этим шансом не воспользоваться. Ну и как я могу им воспользоваться? Согласиться на сотрудничество с британской разведкой. Если я... правильно понимаю. Вы все правильно понимаете. Я представляю разведку Великобритании. Интересно. И что я должен делать? Выполнить одну почетную миссию, за которую вам скажет спасибо весь мир. Какую миссию? Убить Гитлера. Убить фюрера Третьего Рейха? Вы меня с кем-то путаете. Я боксер и... Да-да. Именно поэтому вами заинтересовались. Это Яков Драули, британский разведчик. Он работает в Германии. Снимок сделан нашим агентом Стефаном. Он следит за Драули и фиксирует все его контакты. Садитесь, товарищ Судоплатов. А зачем англичанам понадобился... спартанец. Возможно, их заинтересовало то, что у него может появиться выход на Гитлера. Спартанец вышел в полуфинал всегерманского турнира, и есть основания полагать, что фюрер лично будет вручать награды победителям.
какие у нас еще есть основания полагать, что спартанец может играть на другой стороне? В Реймсе ликвидирована подпольная сеть, которая обеспечивала связь со спартанцем. От Мелиссы уже 2 месяца, нет никаких сигналов. Если она арестована, я не понимаю, почему спартанец до сих пор так свободно прогуливается по Берлину. И контактирует с английской разведкой. Это значит, что им больше не нужен живой Гитлер. Пришло время его кем-то заменить. Потому что пока он жив, союзники не могут за нашей спиной договориться с Германией и совместно выступить против нас. Вот почему я отменяю операцию «Апперкот». Необходимо во что бы то ни стало остановить спартанца. Ганс, lass uns allein. Ганс, оставь нас одних. Вы уверены, что нам по-прежнему следует скрывать в отчетах связь Шуваловой и Миклашевского? Сперва он принесет мне крупный выигрыш, а потом мы им займемся плотнее. Даже если Шувалова всего лишь связной, а он настоящий резидент, ничего серьезного пока произойти не может. Пока идет турнир, он у нас под колпаком и не опасен. Черт! Регламент финального дня чемпионата. Сюда, немедленно! Соедините меня с кабинетом Рейхсфюрера. Срочно! По регламенту турнира фюрер сам поднимется на ринг и вручит награду. Это будет единственный момент, когда он окажется рядом с победителем и даже пожмет ему руку. Поэтому служба безопасности изолирует финалистов еще до начала поединка. А обыск будет такой, что вы даже в желудке ничего спрятать не сможете. Вы хотите, чтобы я Гитлера задушил голыми руками? Нет. Вас обеспечат уникальным оружием, которое позволит вам не только убить Гитлера, но и сохранить собственную жизнь. Жертва умрет тогда, когда вас уже не будет рядом. Оружие вам передадут на ринге в букете из 5 хризантем с 3 фиолетовыми лилиями. Романтично. Но если случится так, что я проиграю бой? Тогда букет получит ваш соперник. Вы хотите сказать, что Артур Гютнер тоже... Да, он тоже готов выполнить миссию во имя будущего Германии. Необходимо убедить фюрера изменить регламент. Отказаться от личного приветствия спортсменов на ринге. И провести дополнительные мероприятия по усилению его безопасности. Твои опасения основаны на фантазии. Где улики? Доказательства будут, я уверен. А если нет? Разве того, что я рассказал, мало? Думаю, недостаточно. Ты без каких-либо веских оснований собираешься сорвать мероприятие, организованное Министерством пропаганды. Скажу тебе откровенно, это не понравится многим из высшего руководства. Но на кону жизнь фюрера. Но не Германии. Дядя, я тебя не понимаю. А ты постарайся.
Гитлер фактически проиграл войну Сталину и продолжает вести Германию в пропасть. Так нужен ли он теперь Рейху? Мы сами сможем договориться с Западом. Таким образом, мы получим союзника против Советов. Задайся этим вопросом, Вальтер, и послушай мой добрый совет. Держи все под контролем, но не вмешивайся. Кто приказал? Вальтер. Вальтер? Яков. Яков. Ангуте! Говори. Центр приказал. Ты предал. Ты предатель. Какой предатель? Какой я предатель? У меня нет связи. Центру передай, что у меня нет связи! Такого не может быть, это какая-то ошибка. Я так долго изображал из себя предателя, надеясь на то, что в Москве есть люди, которые знают правду. Теперь и они думают, что я предатель. Игорь, а если в центре узнали о том, что вы встречались с Яковом? Связи с вами нет. После истории с покушением в театре со мной тоже никто не выходил на связь. Да ведь британцы наши союзники. В войне, да. Но конечные цели у вас, возможно, разные. Я вам советую придумать план по эвакуации после финального боя. И ко мне домой больше не приходите. Кто на ринге сегодня? Гютнер Миклашевский. На середину. Поприветствуйте друг друга. Это будет хороший бой. У него сильный удар. Давай, сделай его. Стоп, стоп. По углам. Ты поднимешься? Все в порядке? Тогда продолжаем. Стоп!
Крик, дай крик! Не делай глупостей. Это не твоя война. Бог! Смотри, крик! Как раз моя. Назад. Стоп! Индейка! По углам. Meine Damen und Herren, hier Zeugen eines einzigartigen Kampfes, dessen Sieger noch nicht voraus. Нормально, работай. Артур, du hast ihn doch schon Артур, ты его уже раз победил. Сделай это снова. Не подпускай к себе. Темп. Держи темп. Работай, работай. Я повторяю. Дистанция, темп. Дистанция, темп. На середину. Как вы считаете, бой закончен? Да, определенно. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Der Kampf ist aus. Бой закончен. Aus. Побеждает Миклашевский. Gratuliere Ihnen. Поздравляю. Вы прекрасный боксер. Я сегодня в этом убедился. Мой фюрер, у меня был достойный соперник. Да-да, вы оба молодцы. Это было великолепное зрелище. Хотя, не скрою, я бы предпочел победу немецкого боксера. Ты думал, я настолько глуп, что... Ты кто? Я советский разведчик. Изначально меня специально отправили в Берлин убить Адольфа Гитлера. Ну и почему ты этого не сделал? Да потому что в последний момент Москва отменила приказ. Забавно.
Я 5 лет торчал в Германии с заданием не допустить покушения на фюрера. Я внедрялся во все известные нам группы сопротивления, путал карты заговорщикам, делал так, чтобы бомбы не взрывались или взрывались не там и не тогда. А теперь, имея срочный приказ убить его, ошибся с выбором. Неисповедимы пути. Ну и как ты думаешь, почему Москва изменила твою миссию? Да я думаю, по той же причине, по которой Лондон твою. Но я обещаю тебе, что фюрер вам живым не достанется. А погибнет он или таинственно исчезнет, это уже другой вопрос. Но вы никогда не... Сейчас уже все понимают, что если с кем-то договариваться в Германии, так это с СС, а не с фюрером. Проделана огромная работа. А этот чертов русский спутал мне все карты, Вальтер. Нельзя допустить, чтобы он попался живым в чужие руки, пока я не начал вести переговоры. Ты меня понимаешь? Что я могу сделать? Слушай внимательно. Только ты и верные тебе люди должны быть в курсе, где его искать. Ясно? Да, все ясно. Я со своей стороны подключу все свои резервы. Все до единого. Ты наломал дров, Вальтер. Но я тебе, как моему глупому племяннику, дам шанс все исправить. Пригласите ко мне Шульца. Жаль покидать этот дом. Почему? Ну, знаешь, это, ну, как будто наш с тобой маленький дом. Где-то там, на краю света. Мы тут вдвоем. Симон не появился? Через час придет лодка. Может, он опять заблудился в здешних катакомбах? Лишь бы не напоролся на свою же растяжку.
Ну что ж, похоже, они все здесь. До них добраться можно по подземным коммуникациям. Я думаю, что они вот в этом доме. Нам просто остается обложить их с трех сторон. Да, и не дать им уйти в катакомбы. Предлагаю дождаться ночи. Нет. Я слишком долго ждал этой встречи. Начинаем операцию немедленно. Есть. Высаживаемся. Давай, давай. Давай, давай. Аккуратней. А что ты будешь делать, когда война закончится? Ну, не знаю. Для начала нужно убедить центр, что я не вел двойную игру. А ты? А я хочу семью. Настоящую. Чтобы много детей, много забот. Обычных, как у всех людей. И чтобы муж стал чемпионом мира по боксу. Сегодня нас ждет шикарный ужин. Вы когда-нибудь пробовали местное копченое мясо? Лодка. У нас гости. Пьер, мы с Симоном отвлечем их на себя. А вы уходите к машине. Так, стоп, стоп. У нас был другой план. Вы уходите. Это наш план с Пьером. У нас свои личные счеты с фашистами. Времени на споры нет. Идите, идите, быстрее. Пьер, они убили его. Уходите, я их задержу. Thank you.
Этот раунд за мной. События, прежде чем Игорь вернулся на родину. Ему удалось доказать руководству, что он не предатель. После войны к диверсионной деятельности он больше не привлекался. Игорь Львович Миклашевский стал спортивным тренером и воспитал несколько чемпионов СССР.